Привет, я опять сегодня играю в Chicken Gun. Ну, не только опять сегодня, не только в Chicken Gun, но еще и видео. Ну, короче, видео я решил выпустить, типа, играть в Chicken Gun, потому что нечем заняться, блин. И, кстати, да, я только сейчас узнал, что тут можно вертеть персонажа. Короче, я тут хочу на сервера теперь подоживать. Тут какие-то воды есть, да, я понял. Ну, я не матерился, я пофиг, типа, сказал. Ну, давай что-то ведем. ПВП, например. О, Евген Бру. О, ПВП написано. Ну ладно, попробую. Что-то порежем. Чего? Что такое? Ладно, протащу пистолет. Нифига себе. Вот, ну, нормально. А вот это... Это еще лучше. Миниган! Ладно, какой-то дурацкий сервер. Ладно, я выйду из него. А, блин, не. Надоело уже. Ну, неинтересно, короче. Сегодня мы поиграем еще в захват флага. Точнее, сейчас поиграем. Так, ну я тут уже научился. В прошлом ролике играть. Блин. Стрельнул. Что вы там прячетесь? А, это база куриц? Что ли? Стоп. А почему я за свиней и за куриц одновременно? Это да, я давно уже знал. Ну, короче, я знаю то, что где полоска, в той команде я не нахожусь. О, давайте! Не сбиваем их. А, стоп. А что значит то, что тут у курицы свинь... Значок свиньи, как это понимать? А, кто? Надо бежать. Я чувствую себя каким-то профи. Блин, ну... А, стоп. А, чемоданы надо носить, чтобы выиграть. Типа. Я понял. А, наш чемоданчик тоже нанесут. Да не кидайте! Ну, вы, конечно, блин. Враги побеждают. О, блин. Я попытаюсь винтовкой сейчас. Где мое остальное оружие? Ладно. Попытаюсь винтовкой без прицела как-нибудь. Это невозможно без прицела. Как это понимать? А, ну да, логично. Это же игра не такой простой должна быть. Примерно настроился. Блин, опять... Не, сложно играть с снайперкой. Элла закомбил. Ой, Лина! Тут что за с игроками? О, у нас чемоданчик несут. Не. Блин, ну чё сверху чемоданчик? Почему он именно сверху? Иди уже... Ой, то есть... Я не хотела это сказать. Я хотела сказать, иди на базу. Нашу. Хотя, ну, я не знаю, где там чемоданчик. Ну не надо кикать никого. А вообще, я не знаю, как что будет, если тебя кикнут. Точнее, меня кикнут. Короче, вы поняли. Я отсюда пойду. Чемоданчик вот. Да не кикайте никого. А, ну то есть тут... Вообще, ну короче, я по значкам ориентировался. О! А вот тут уже значок сам... Где лежит чемоданчик?
где-то снизу. Ладно, пойду найду его. Или он у какого-то игрока находится, вообще не могу понять. На чемоданчик уносит. А, нет, не уносит. О, мы выигрываем, кажется. Вообще я не понимаю. Тут надо, чтобы у нас было больше очков или наоборот меньше. Ну, вообще стандарт это когда больше очков. Ладно, больше очков, короче. Думаю, то, что мы выиграем. Вообще я не думаю, а знаю. Вот только не это! Наш чемоданчик принесли, кажется. А вообще, я не знаю, это на базу к ним должны наш чемоданчик принести? Или... Или надо, чтобы они... Ну, ладно, поехали. У них плюс второй. Того. Нифига, я одним двоих убил, но меня тоже убили. Мне кажется, или все видео уходит на захват флага. Кстати, да, я бы... Да блин, да и... Да чё все на меня загрелись? А чё? А, блин, я думала, это на нашей базе. А, кстати, почему бы не и нет? Почему бы и не пострелять с винтовки? Свин, мистер Свин. Ага, понятно. О, попал! Блин! Ладно, это самое крутое оружие. Чикен гай какой-то. А, чикен гай это почти как чикен ган, поэтому не надо. Да ради пошел ты. Не знаю куда. Я не буду плохие слова говорить, короче. Но попозже опять. Ну, я хочу это не на видео сделать. Я расскажу то, что... Короче, оценки не важны. Я поставлю там. Складка бомбы хочу теперь протестить. Михаил Мишуев, ага, ясно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Какая-то точка А, точка Б. А где бомба вообще находится, мне интересно. Тут, наверное, бомба это самое главное. Бомба. Или тут бомба? О, нет. Да иди! А, блин, это Дэн... А, ладно. Так какой же скин у Дэна вообще? Я не понимаю. Странно не смотреть такого ютубера. Но я думаю, не бывает людей, которые не смотрели... Которые знают Чикен Ган, не смотрели Дэна. Ну ладно, бывают такие, это я. О, нифига! Да, блин. Только появился. Кстати, да, меня смущает то, что там вот это. У меня вылез экран главного меню, экран точнее. И ну чё такое с интернетом? Ладно. Глюки какие-то, видимо. Чё за лаги? Я тебя сейчас убью. Да блин, а откуда вы берётесь? Где вы вообще? Тут оружие сохраняется? Да блин, да где мое оружие? Я же их покупал. Или они одноразовые покупки. Раунд завершен. А что тут делать вообще надо? Бомбу просто закладывать. Ладно, я пойду на точку Б. Или на точку А. Какая тут самая ближняя? Непонятно. А, ну на точку А пойду. Так,
кого бомба-то установлена? Я тоже хочу бомбу хоть у нас установить. Как-то я... Нет, не убьете. Я пойду на точку А. И что? Ладно. Короче, уже надоело мне играть в этот закладку бомбы. Ладно, короче, ребят. Всем пока. Вы были на канале Chicken DDD. Всем пока.